Уважаемые коллеги, уважаемые лауреаты, гости, ну, прежде всего, позвольте мне всех поздравить с Днем Российской Печати. Мне особенно приятно приветствовать лауреатов премии правительства в области средств массовой информации за прошедший год. Среди лауреатов, которые были отобраны экспертным советом, и в этом новелла, которая возникла впервые с 2005 года, появились представители электронных средств массовой информации, телерадиокомпаний, а также интернет-проекты. Мне очень отрадно, что сегодня мы награждаем журналистов из различных регионов. И очень важно, чтобы региональные СМИ в большей степени переходили в частные руки. Среди номинантов правительственной премии есть много образовательных и детских программ. Уважаемые коллеги, сегодня телевидение остается действительно основным источником информации в нашей стране, но и интернет-ресурсы уже составляют ему очень сильную конкуренцию. Я понимаю, что быть журналистом – это очень интересная профессия. Я в этом убедился, когда посещал журфак МГУ. Такая была для меня трогательная встреча, она всегда останется в моей памяти. И веселая, и в то же время разнообразная. Но быть журналистом на самом деле – это труд. И очень серьезный, особенно в ту эпоху, в которой мы все живем, в эпоху моментальной передачи информации. Моментальной передачи информации. Вот как совместить качественную журналистику и моментальную передачу информации – это и есть искусство, наука. Ну, вы лучше знаете, что это такое. Но в любом случае журналисты – это не просто поставщики информации. Это люди, которые имеют собственную позицию. Но тот, кто делает это быстрее и лучше, тот и становится действительно лучшим в профессии. Лауреатам 2013 года хотелось бы пожелать только одного, чтобы вы и дальше оставались примером профессионального служения своему делу.